Что такое криптовалюта и блокчейн? Как их использовать и как их заставить работать на себя? Эти и многие другие вопросы прибывшие в столицу Азербайджана эксперты обсудили в ходе конференции «Баку Блокчейн Ивент». По мнению спикеров, технология блокчейн может стать неотъемлемой частью мировой экономической и социальной среды. Уже сейчас данная технология применяется в коммерческих, некоммерческих и государственных организациях по всему миру. Это огромные возможности, которые открывают. Поэтому я поддерживаю конференции, распространение знаний о технологии блокчейн, о криптовалютах на территории Азербайджана. И чем быстрее будет это применяться, тем быстрее Азербайджан будет в числе передовых стран мира вообще. Конференция вызвала большой интерес. В числе ее гостей и участников были не только новички в данной сфере, но и предприниматели, уже давно работающие на базе блокчейн, держатели нефиатных денег и криптовалютные трейдеры. Это, конечно, создаст платформу для разных идей, которые возникнут у молодого населения в Азербайджане. Вы знаете, что наше население очень лояльно относится к цифровым технологиям. И, конечно, было бы очень приятно, что такие конференции проводились очень часто у нас. Но в данное время в Азербайджане об этом знают, о блокчейне, о криптовалютах знают очень узкий круг людей. И данное мероприятие способствует тому, что больше людей об этом узнают. Криптовалюта – это одна из разновидностей цифровой валюты. Как правило, учет криптовалют является распределенным, что и привлекает основных их держателей. Функционирование данных систем преимущественно основано на такой технологии, как блокчейн. Основная функция данной технологии – содержать информацию в образующихся блоках, которые выстраиваются в непрерывную последовательность цепочек, образуя защищенную базу данных. Фуад Байрам, Рауф Гусейнов, Рашид Агамалиев, CBC.